Привет, друзья! 1 апреля в Новосергиевском районе на 323-м километре автодороги Самара-Оренбург произошло смертельное ДТП. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, на трассе столкнулись «Лада Гранта» и «Рено». В результате столкновения машин водитель иномарки получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Водитель «Лада» был госпитализирован с травмами. На месте работают сотрудники полиции и других экстренных служб. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.